Дорогие друзья, мы продолжаем с вами прохождение игры BioShock Infinite, и нам сейчас требуется отправиться на поиски Элизабет. Она вдруг услышала музыку и куда-то убежала. Мы с вами находимся в гавани линкора, ну и самое время начать наши поиски. Пара монет здесь, пара монет там, и вот так вот сколачивается богатство. Looking for a young girl. Who is it, brother? Интересно, с кем он говорил сейчас? You fellas seen a girl around here? Blue skirt. Да никто, конечно, не видел ее. Итак, используем кинетоскоп. Гавань линкора. Уильям Форман. Вот эти архивные записи. Видеозаписи. Маленький флакон с солями. Зона обслуживания только для сотрудников. Вот, проходим. Посмотрим, что же они тут обслуживают. Ну и параллельно с вами обыщем все бочки, контейнеры и ящики. Да, видите, не очень-то и благодарным трудом занят этот бедолага. Могли бы, конечно, и создать механизмы, которые бы освободили людей от такого не очень-то, наверное, полезного труда. О, 764, все, отсюда выходим. Больше здесь, пожалуй... А, хотя нет. Снова деньги. Отлично. Прогресс у нас. Зарабатывание достижения неплохой. Ну, музыка отсюда где-то, мне кажется, должна доноситься. И вот, кажется, там, на пристани справа, они там все и находятся. Вместе с Элизабет. Should go for a walk along the shore. I'm not going on any walk with you. Your reputation is well established. О как. И тут монетки забираем. Флакончик с солями. Ну ладно, погнали. Давайте на пристань остановим всю эту свистопляску здесь. Hey, miss it. Miss. Hey, miss. Miss Elizabeth. Hello. Oh, this is wonderful. Well, come dance with me, Mr. Twin. I don't dance. Come on, let's go. Why? What could be better than this? How about Paris? Paris? I don't understand. How could we get there? That's where that airship's going, but if you want to stay and dance, we can... No, let's go! Come on, let's go! Come on, let's go right now! Обманщик! Ну ладно, нам теперь до дирижабля первая леди. Can you smell that? I've never smelled anything like that before, have you? Beaches I know don't smell much like that. Знаете, такое ощущение, что немного чувствительность возросла. Да, стиков на геймпаде. Может быть, какое-то обновление было, черт его знает. Но, в любом случае... Comstock. I've read about him. They say he can see the future. Give a man a little power. He falls in all kinds of love with himself. I don't like his look. Do you dislike the look of the prophet? Or his gaze? Can we leave now? Никуда мы не пойдем. Так вот, я хотел сказать, что в любом случае управление стало гораздо приятнее, на мой взгляд. Итак, осматриваем бочки. Тут же никто не будет возмущаться, если мы у них что-нибудь позаимствуем, например. О, касса. Три орла. И тут еще у нас аптечка небольшая. Портсигар аж
28 монет, черт подери. Тут пусто и еще 10 монеточек. Шикарно. Можно будет на что-нибудь интересное потратить. Опять только для сотрудников зоны здесь. Ну, тут сигареты и бутылочка вина. Ну, а теперь, я думаю, можно пойти и дальше. Нам же сюда? Да. Где-то неподалеку должен был приземлиться этот дирижабль. Нельзя туда внутрь пробраться, к сожалению. Ну, а так там определенно что-нибудь могло быть спрятано. Куда? Опять та же пара, помните? Уже пару раз с ними встречались. Ну так что? Что выбираем? Which one do you like more, this one or this? The bird is beautiful and the cage is somber, but there's really something special about it. I just can't decide. Давайте выберем птицу, пожалуй. The one on the right. Are you sure? I'm sure. I love it. Surprising. I expected the cage. If you're going to be a sore loser, then I shan't do this again. Now that's just sophistry. Oh my god. Они просто ей отдали. Вот это украшение. Ууу, загорелось там все. Надо отсюда сваливать. А что люди-то плачут? Неужели они думают, что это конец? Конец вот этой идиллии здесь. Ну, там что-то мигает, наверное, одна монетка. Из-за нее я туда, пожалуй, не побегу. А здесь навряд ли получится пройти. Куда? Побежали за этой девчонкой. И никто не реагирует. Так она еще и взломщица. Тут тоже надо все почистить. Обыщем все столы. Может быть, где-то здесь сейчас и голософон отыщется у нас. Пусть работает здесь. Какая проницательная девушка. Итак, ну здесь, видите, аптечные наборы соли. В принципе, у нас с вами и так все в достаточном количестве. Но для пистолета, может быть, стоило бы, конечно, приобрести некоторое количество патронов. Но я думаю, что с трупов мы с вами сумеем таки насобирать и без необходимости покупать. Так, джин. Ну, видите, с одной бутылочки он абсолютно не пьянеет. Все, пошли дальше. Там еще пара какая-то стоит. Черный кофеек и... Ну, это та пара, которую мы с вами встретили на лотерейной площади. Что здесь нам предлагают? Последний герой, это брюки. Если ваш уровень здоровья очень низок, убийство врага дает очки здоровья. Так, взять все. Нужно сейчас быстренько тут проверить. Так,
Сейчас один момент. Вот она, по-моему, последний герой. Так, прокрутка. Выбрать. Вот. Брюки. Окей. Ну, там еще один слот, вы видели. У нас имеется свободный. Здесь, похоже, безопасно более-менее. Это совсем уж непонятный автомат. Сейчас обыщем. А здесь вот эту урну. Бестолку. Ну и вот рабочие места. Я думаю, тоже не лишним будет осмотреть. Ну, то, что можем найти большое богатство. Жесть. А сразу три кинетоскопа здесь. Придется нам с вами посмотреть все эти фильмы, мини-фильмы, слава богу. Итак, трусливая Америка что-то там просит. Нет, спасибо, отвечает пророк. Колумбия выходит из состава Соединенных Штатов и исчезает за облаками. Но это мы с вами, по-моему, уже видели, если не ошибаюсь, подобный фильм. Ну вот за это, как ни странно, хотел было сказать, дадут дополнительное очко к ходу зарабатывания ачивки, но... К сожалению, видите, ничего не произошло, поэтому нет смысла нам дальше... Нет смысла дальше нам смотреть вот эти мини-фильмы, которые мы с вами и так уже видели. Здесь закрыто, открыто. Уборная, смотрите. Достаточно такая цивилизованная. Тут ничего. О-о-о. Но только использовать туалет. Я думал, им можно в сумку там, которая рядом с толчком, с унитазом лежала, также осмотреть. Сейчас посмотрим с этой стороны. Вот он. Голософон. Так, голософончик с вами забираем. Итак, собачья верность. В детстве у меня был пес по кличке Билл. Он был мне верным другом. Перестань мы его кормить, Билл остался бы верен. Ударь мы его, Билл остался бы верен. Пусть-ка чернокожие покажут такую же преданность, и тогда мы позволим их занять место псов. Наверное, позволим им занять место псов. Еще одна сумка. А владельца нет. Может быть, его смыло туда? Все может быть. Все в порядке. Видите, она принципиально не заходит. Мужской туалет. Кинетоскоп здесь. Ну, теперь двинемся по направлению задания. Ух. Здоровенный там механизм. Annabelle? Excuse me? Annabelle, it's me, Esther. Oh, no, I'm not Annabelle. Are you sure? My name is Elizabeth. Do I know you? Elizabeth? Isn't that a lovely name? Очень красивое имя. Пошли-ка мы с вами дальше, друзья. Закрывается, закрывается, поэтому надо торопиться. You wanna watch out? I just swapped that. Еще. Смотрите, монетку нашли. Это ж... Кто такой расточительный, кто монеты, считайте, выкидывает в мусор? Не возражают. Не возражают. 23 монеты. Нам, мне кажется, нужно купить билетик, так сказать. Two tickets for passage to the first lady airship. Yeah, just a minute, friend. Yeah, I have it.
How do you want to proceed? In a bit of a rush, pal. Hey, mister. You're gonna get mustard over your nice suit. I got it. I'll ring you back once the matter's in hand. I don't like this. Yeah, send in the bird. We're ready to execute. Excuse me, can I get some help here? Certainly, sir. Sorry about the wait! Get the girl! Какого черта? Давай. Так, работаем, 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 работаем. Секундочку. Итак. Ну давайте вот, вот так вот. Натравим на них птиц. Жри, жри, жри его. И ее. Воу! Отлично. Разобрались с этими ребятами? Я надеюсь, что да, друзья. А у меня, кстати, здесь и пулемет был. Но самое интересное, что не пришлось использовать. А, вы видели, да, бутылочку у него там? Она была на столе. Ё-моё, неужели это по мою душу-то? А куда девчонка убежала? Открывай, 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 открывай. Открывай. Помогай мне теперь. Оу-е. Ну, смотрите. Помощь как нельзя кстати. Так, теперь он... Да, должен сам себя убить. Естественно. Потому что мы с вами прокачивали эту способность. А если бы не прокачали, то он... начал бы нас атаковать, как только бы эффект вот, вот этого заклинания закончился бы. Ну что ж, там все равно кто-то кричит. Какие-то звуки оттуда доносятся. И мне поэтому кажется, что не всех мы здесь с вами подбили. Да, есть там еще у нас один. Отлично. Ну вот пистолет так, конечно, использовать не жалко. Патроны... достаточно легко обнаруживаются, и мы сейчас с вами идем туда, в служебное помещение, для того, чтобы забрать то, что нам уже, по сути, причитается по праву. С дубинкой, конечно, он тут ничего с ней не сделает. Ну, вот так вот можно еще поджечь его. Уе. Итак, столы тоже постараемся обыскивать. Ну, кстати, такие не обыскиваются. Аптечка. Ну, мы с вами много здоровья так особо и не теряли. Ну что же, что качнуть? Щит, здоровье. Давайте щит качнем. То, что доктор прописал. Так, и сюда даже можно как-то пройти, да, я так понимаю? Вообще, в какую сторону... Не отставайте от Элизабет. Еще бы я знал, куда она успела смыться. А, вон она ждет там нас наверху. Гондола до солдатского поля. Так, пожалуйста. Один момент, друзья. Сейчас мы присядем туда. А кто там к ней пристает? Ну, она просто от нас убегает, да? Не понравилось ей, значит, как мы с ними со всеми разобрались, что ли, или как? Сейчас мы девочке поможем. Elizabeth, you're a monster. What did you think was going to happen? What? Do you understand the expense the people went through to keep you locked up in that tower? You think people like that are just going to let you walk away? You are an investment, and you will not be safe until you are far away from here. What do they want from me? I don't know. That's the last time anyone gets the drop on me. Let me see your hand. What happened back there? It's not the last of it, is it? I don't know. There. На выход. I suppose I best get used to
best to keep you supplied with remedies. If your wounds are deeper, I'll try to keep you inside. Спасибо. Но я постараюсь не помереть. Сейчас напьюсь горя и закушу тушенкой. Вон он, Battleship Bay. Это гавань-линкора, откуда мы с вами только что убрались. Так, монеты забираем. Что здесь? Здесь все пусто. Даже не знаю, стоит ли брать дробовик, но, по правде говоря, мне нравится и пистолет в том числе. Уж очень он неплохо стреляет. Вон уже, смотрите, 1075. Ну, помимо всего прочего, она может нам соли таким же образом кидать, как сейчас кинула монету. И, например, боезапас. Обыскиваем вот эти урны. Нам там до ячевочки с вами нужно находить определенные предметы. Сейчас еще, да, используем телескоп. Battleship Bay. Огромный просто город летающий. Ну и продолжаем с вами стремиться к зарабатыванию достижения экскурсант. Покидаем район. И на солдатском уже поле. Нет, это... часть вот этой вот экспозиции. Смотрите, птица, птица. Птицы здесь. Орлы. Ух, тут взломчик у нас с вами. А у нас есть отмычка, да. Да есть, есть отмычка, открывай. Сейчас попадем с вами внутрь. Ух ты! Что-то мне показалось, это у нас воксофон, голософон. Так, забираем. То, что доктор прописал. Давайте в щит еще вкачаем. Пусть будет больше. Щит восстанавливается, здоровье не восстанавливается. Но, с другой стороны, на здоровье всегда можно... Здоровье, точнее, можно восстановить очень легко. Просто подобрав с кого-нибудь яблоко там или банан. Пойдем дальше. Ну, я думаю, в следующий раз, пожалуй, можно будет и, например, соли качнуть. Объем солей. Много уже стало попадаться монет. Здесь требуется уже 5 отмычек. И карабинчик у нас, да? Ну, давайте возьмем. Будем сейчас и из карабина стрелять. Отлично, очередной голософон. Итак, смотрим. Место под солнцем. А в доме Комстока все было просто. Работа изнурительная, но несложная. Выжать белье, подмести пол. Леди Комсток даже иногда снисходила до похвалы. Я-то глупо думала, что и для меня в их мире найдется место. Так, пардон. Господь сотворил глупых девочек, чтобы ему было над кем посмеяться. Вот так вот. Одна отмычка есть. Уже хорошо. Но нам надо 5. Представляете, 5 отмычек, чтобы открыть этот сейф. Ну, будем тогда по углам почаще смотреть, чтобы нам удалось обнаружить дополнительное количество отмычечек. Так, что здесь еще мы можем найти интересное? Обыщем сейчас стол. Здесь пусто, увы. Так. Ага. Гляньте-ка. 3 отмычки. Слушайте, так может быть сейчас и найдем недостающее количество и просто туда вернемся? Так, микрофильм. Мне как-то не хочется смотреть уже. Interest is a prophet having a bunch of carnies and carousels. The place is themed to acquaint children with national service. You mean the military? Train up a child in the way he should. Черт, это, по-моему, засада. А хотя нет, вот что-то с этим элементом питания случилось. Now how are we gonna get to the airship? Let me see if I can get that gate open by hand. Руками попробует открыть, говорит. Ну давайте посмотрим.